Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Энгин Акурик дал совет по поводу второго сезона «Меня зовут Фара». Как вы знаете, «Меня зовут Фара» и первый сезон привлек к себе много внимания и похвал. Так что же будет во втором сезоне «My Name Fair»? Вот несколько советов от Энгина Акурика для тех, кто интересуется ответом на этот вопрос. Энгин Акурик, недавно давший интервью, сказал, что второй сезон будет более интересным и захватывающим. Он заявил, что трудности Фары будут увеличиваться, но в то же время в его жизнь войдет его любовь. Да, вы не ослышались. Кто будет любовью Фары? Пока нет четкой информации на этот счет, но я уверен, что между ними будет большая гармония, кто бы ни был партнером Энгина Акурика. Шаг Фара второй сезон может быть намного лучше, чем сезон 1. Сериал о Дим Фарах, который встретился со зрителями в среду вечером на канале Fox TV, вышел на первый план как успешный проект. Рейтинги шоу, хотя и не намного выше среднего, по-прежнему отражали большой интерес аудитории. Адим Фарах, от которого ожидается один из лучших дебютов сезона, не добился особых успехов в первом периоде, но это весьма примечательный факт. Энергия и синергия дуэта Энгина Акурека и Димет Аздемир, сыгравших главные роли Адама Фараха, также были очень эффективны в распространении сериала за рубежом. Хотя я не в очень хорошем месте с точки зрения рейтингов в Турции, Адим Фарах сделал себе имя благодаря необычайной волне взаимодействия, которую он создал в социальных сетях. Первый сезон сериала завершился 14 сериями, и команда отправилась на летние каникулы. Команда сериала, которая соберется через 2,5 месяца, во втором сезоне раскроет куда более эффектный проект. В этом отношении важны слова Энгина Акурека. Актер, покоривший сердце публики своей ролью Таира Ликисиза, объяснил, что проект имел для него большой успех, сказав: «Я сделал финал сезона, мы продолжим сезон. Я очень рад за себя, я надеюсь, что публика тоже довольна. Я думаю, что у меня хорошие отношения с аудиторией. Какой бы ни была история, это что-то другое. Я думаю, мы продолжим сезон в хорошем ключе, хорошая история». Сказав, что они продолжат красивую историю во втором сезоне, Энгин Акурик также передал сообщение о трансформации сериала и объяснил это следующим образом. «Меня ждут большие перемены, — говорит Фара, — думаю, в следующем сезоне мы увидим гораздо лучшее и другое. Я не знаю всех подробностей этой истории и трансформации». Известная актриса, которая при каждом удобном случае хвалила свою партнершу Димет Аздемир, сказала, что она удачно воплотила образ Фары. Энгин Акурик сказал: «Я очень счастлив работать с Димет, я думаю, что наша деловая энергия хороша. Я думаю, что это отражается на работе. Я думаю, что Димет играет Фару, которая хорошо выполняет свою работу». Знаменитая актриса планирует отпуск, чтобы провести свои летние каникулы с продвижением книги «Темурс». Однако в приоритете у Энгина Акурика книга и второй сезон сериала. Актриса сказала: «У меня будут планы на летние каникулы, это может быть процесс подписания книг. Нет, после того, как мы разберемся с книгой, будет каникулярный период, мы очень скоро начнем серию. Конечно, я тоже возьму отпуск», — сказал он. Энгин Акурик также рассказал, когда начнется второй сезон «Меня зовут Фара». Он объявил, что сериал вернется на экраны в сентябре и будет транслироваться по 1 серии в неделю. «Это означает, что у нас был отличный день, как у фанатов Энгина Акурика, и я уже с нетерпением жду этого. Вы скучаете по просмотру «Меня зовут Фара», как и я. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал.
Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Энгин Акурик дал совет по поводу второго сезона «Меня зовут Фара». Как вы знаете, «Меня зовут Фара» и первый сезон привлек к себе много внимания и похвал. Так что же будет во втором сезоне «MY Name Fair»? Вот несколько советов от Энгина Акурика для тех, кто интересуется ответом на этот вопрос. Энгин Акурик, недавно давший интервью, сказал, что второй сезон будет более интересным и захватывающим. Он заявил, что трудности Фары будут увеличиваться, но в то же время в его жизнь войдет его любовь. Да, вы не ослышались. Кто будет любовью Фары? Пока нет четкой информации на этот счет, но я уверен, что между ними будет большая гармония, кто бы ни был партнером Энгина Акурика. Шаг Фара второй сезон может быть намного лучше, чем сезон один. Сериал о Дим Фарах, который встретился со зрителями в среду вечером на канале Fox TV, вышел на первый план как успешный проект. Рейтинги шоу, хотя и не намного выше среднего, по-прежнему отражали большой интерес аудитории. А Дим Фарах, от которого ожидается один из лучших дебютов сезона, не добился особых успехов в первом периоде, но это весьма примечательный факт. Энергия и синергия дуэта Энгина Акурека и Демет Аздемир, сыгравших главные роли Адама Фараха, также были очень эффективны в распространении сериала за рубежом. Хотя я не в очень хорошем месте с точки зрения рейтингов в Турции, Адим Фарах сделал себе имя благодаря необычайной волне взаимодействия, которую он создал в социальных сетях. Первый сезон сериала завершился 14 сериями, и команда отправилась на летние каникулы. Команда сериала, которая соберется через 2,5 месяца, во втором сезоне раскроет куда более эффектный проект. В этом отношении важны слова Энгина Акурека. Актер, покоривший сердце публики своей ролью Таира Ликисиза, объяснил, что проект имел для него большой успех, сказав: «Я сделал финал сезона, мы продолжим сезон. Я очень рад за себя, я надеюсь, что публика тоже довольна. Я думаю, что у меня хорошие отношения с аудиторией. Какой бы ни была история, это что-то другое. Я думаю, мы продолжим сезон в хорошем ключе, хорошая история». Сказав, что они продолжат красивую историю во втором сезоне, Энгин Акурик также передал сообщение о трансформации сериала и объяснил это следующим образом. «Меня ждут большие перемены, — говорит Фара, — думаю, в следующем сезоне мы увидим гораздо лучшее и другое. Я не знаю всех подробностей этой истории и трансформации». Известная актриса, которая при каждом удобном случае хвалила свою партнершу Демет Аздемир, сказала, что она удачно воплотила образ Фары. Энгин Акурик сказал: «Я очень счастлив работать с Демет, я думаю, что наша деловая энергия хороша. Я думаю, что это отражается на работе. Я думаю, что Демет играет Фару, которая хорошо выполняет свою работу». Знаменитая актриса планирует отпуск, чтобы провести свои летние каникулы с продвижением книги «Темурс». Однако в приоритете у Энгина Акурика книга и второй сезон сериала. Актриса сказала: «У меня будут планы на летние каникулы, это может быть процесс подписания книг. Нет, после того, как мы разберемся с книгой, будет каникулярный период, мы очень скоро начнем серию. Конечно, я тоже возьму отпуск», — сказал он. Энгин Акурик также рассказал, когда начнется второй сезон «Меня зовут Фара». Он объявил, что сериал вернется на экраны в сентябре и будет транслироваться по одной серии в неделю. «Это означает, что у нас был отличный день, как у фанатов Энгина Акурика, и я уже с нетерпением жду этого. Вы скучаете по просмотру «Меня зовут Фара», как и я. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.